Снеговик с хвостиками. Так не бывает. Да, снеговиков с такими ногами тоже не бывает. Бывает. Не бывает. Бывает, не бывает, не бывает, не бывает, не бывает. А ручища куда такие, Омрон? Маленькие рукавички. Общее дело сближать должно, а не ссорить. Этому меня Умка научил. А помог ему Снеговик-зверовик. Я тебя догоню! Догоняй! Я быстрей! Нет, я быстрей! Я побегу, Тайка! Расскажу друзьям про эту новую игру, Салки! Уже? А я как раз хотел слепить снеговика. А что такое снеговик? Это такой друг из снега. Я сейчас покажу. Как быстро он растет. Ой, вот бы и мои друзья его тоже увидели. Думаешь, другие звери захотят со мной дружить, как ты, Умка? Захотят, захотят, Тайке. Подожди, мы скоро. Не хочу, Умка. Люди зверям не друзья. И птицы тоже. Ну почему, Пычик? Ильма, мой человек очень добрый и необыкновенный. Угу, добрый. Человек необыкновенный. Ой. Умка опять говорит про маленького человека? Эти люди такие шумные. А еще у них есть домашние волки, и люди не пускают их гулять. А еще люди воруют перья и на них спят. Мой Тайка так не делает. Не веришь нам? Ну и дружи дальше со своим мальчиком. Тайка, прости, мои друзья. Ой, ты уже слепил снеговика. А где же друзья? Не пришли? Нет, Тайка, они тебя боятся, а на меня обижаются. Не грусти, Умка. Может, лучше тебе играть со зверятами? Не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились. Мама, а что такое дружба? Это то, что ты чувствуешь здесь. Дружба теплая. А почему тогда не все хотят дружить? Дружба не всегда приходит сразу, Умка. Иногда достаточно одного взгляда, иногда хорошего дела. Будь терпелив, малыш. Тайка же сделал такого хорошего снеговика. Скорее, я вам кое-что покажу, и вы поймете, что мальчик хороший. Опять ты про мальчика. Не буду я дружить с ним. А, человек! 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 Спасай перья! Мальчик. Да, бедный, он бедный. Расстроится, что его снеговик сломался. Ох, так это не мальчик. Умка! Умка, ты пришел! Ой! Бежим! Ныряем! Мои перья! Мои перья! Тайка, это мои друзья! Кора, Ильма и Пычик! А снеговика они случайно сломали, просто испугались. Ничего, давайте сделаем нового снеговика. А почему люди не пускают своих волков
побегать в тундре. Ты про собак? Пускаем. А погулять в тундре я и сам люблю. А зачем люди шумят? Только рыбку пугают. В нашем стойбище так не делают. Тишина – знак уважения к природе. А я хочу знать, зачем спать на перьях? Не знаю. А кто так делает? Не ты? Ого, ты какой-то не такой человек. Он какой-то не такой. Я же говорил, мой Тайка самый хороший мальчик на свете и необыкновенный. Какой снеговик получился, красивый. Ага, только он у нас скорее зверовик. Наш новый друг. Так в холодной снежной Арктике зародилась одна большая дружба, от которой мне до сих пор тепло. Вот здесь. Мои друзья. Шепчут звезды в небесах. Сейчас, сейчас, Тата. Ой, смотрите! Кто поймает? Я поймаю! Это попрыгунья всегда заодно с солнышком и кочует с ним повсюду. Однажды и Умке она повстречалась. Солнечная мушка. Это правильно. Мое будет. Какая красивая льдинка на палочке. И в ней мой нос. Ой! О, привет, солнечная мушка. О! Я Умка. Ты всегда летаешь за льдинкой. Пойдем, я познакомлю тебя с друзьями. Мушка, иди ко мне! Я Пычик! Я тоже очень яркий! Эй, Мушка, кто первый до ледяной арки? Ильма, Мушка без льдинки не летает. Ничего себе! Она быстрее меня! Что? Кто? Кто меня разбудил? Я во сне такую рыбку поймала!
Ну, я кого-то сейчас. Простите, Маха, это солнечная мушка. Она не хотела вас будить. Мы просто играли. И где же она, ваша мушка? А, мелкота? О, ой, исчезла! И нам тоже пора. Не так быстро. Эта штуковина моя. Я первая ее у людей утащила. Если вы ее утащили, она не ваша. Надо ее вернуть. Так верните мне. Вот, смотрите, смотрите! Рыба, рыба, рыба летит! Какая жирная! Я птица удачи! Глупое перо! Ну что, попались? Ой, кто это у нас такой прыгучий? Ха, беги, мушка! Маха злая! Прячься скорее! А ну лети ко мне! Прогнали! Я устал! Махе тоже понравилось играть с мушкой. Ой, кто это мыло ел? Дома выброшу. Танька! Я! То есть мы! Мы Маху прогнали! Нам помогла солнечная мушка! Солнечная мушка? Никогда такую не видел. Вот же она! А, понятно! Это просто солнечный лучик! А это зеркальце моей мамы. Спасибо, что нашли. Зеркальце? А зачем оно, Тайка? Чтобы в него смотреться, Ильма. О, а я хорош! Значит, солнышку тоже нравится смотреться в зеркальце. А Маха так и не узнала, откуда взялась солнечная мушка и куда она исчезла. Какая удивительная история! Мушка Маху отвлекла и зверятам помогла. Смотрите, мушка снова здесь. Прилетела на чай с вареньем. Оп, вот так лучше. Ой. Ребята, ю-ху! Ой, смотрите, ю-ху! Здорово придумал! Ловлю! Маленькие рукавички, что у вас тут? Я сделал салют! Дедушка Тайка, смотри, как красиво! Как сокровище из сказки! Не все сокровище, что блестит. Однажды Умка тоже увидел блеск в море и подумал, что нашел подводные сокровища. Как красиво оно блестит, это верхнее море. Да, Умка, бабушка рассказывала, что это отражение сокровищ, которые спрятаны в Нижнем море. Ой, ух ты! А что такое сокровище? Ну, это такие блестящие вещи. Одни люди их давным-давно спрятали, а другие ищут. А ты тоже хочешь их найти, да? Да, было бы здорово. Жалко, я нырнуть не могу. Слишком холодно. Ой, мне уже домой пора. Маме обещал помочь. До скорой встречи. Хорошо, что нам нырять не холодно. Точно, Кора. Мы сами найдем сокровища для Тайки.
Ого, так вот оно какое сокровище. Кажется, на дне еще что-то блестело. Еще сокровища. Что? Ну-ка. Звенит. Мне нравится. Пахнет солью. И на вкус пересолено. Это сокровища для Тайке. Он говорил, люди о них мечтают. И мне сокровищ. Там еще много. Всем хватит. Так чего же вы ждете? За ними! А я пока посторожу. А я за Тайке. Тут можно сидеть и блестеть. Где все? Я такое гнездо построил. Пэтчик, привет! Что случилось? Мы с Эльмой так спешили! Во все лапы! Тайке, смотри, что мы из моря достали! Ой, весь день ныряли! Завтра весь день лежать буду! Ого! Какие молодцы! Да, мы столько сокровищ нашли! Да нет, вы море от мусора очистили! От какого еще мусора? Этого, его люди в море выбросили. А зачем? Не знаю, мусор никому не нравится. А в море его не видно, будто его и нет. Сейчас я все это соберу, чтобы и на берегу чисто было. Тайка, погоди-ка, это же мое гнездо! Такое блестящее и холодное, и ой, скользкое, ой, колючее. Ладно, забирай. Жалко, что это не сокровище. Я так хотел тебя порадовать, Тайка. И порадовал, Умка. Мне нравится чистое море. Его никакие сокровища не заменят. Вот и все, маленькие рукавички. Что же, Умка так и не нашел сокровища? Отчего же не нашел? Ну-ка, посмотрите вокруг. Снег, как серебряное покрывало. Звезды, как алмазы, сияют. Лед хрусталем переливается. Вот они, настоящие сокровища. Красота! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Олень, замри! Омрин, ты за краем земли! Выбываешь! Ура! Я выиграла! Эй, так нельзя! Край земли вот тут! Эх, маленькие рукавички! Вы совсем как Умка. Он однажды всю тундру обежал, чтобы узнать, где же этот край земли. Тайке, как быстро несется с горы твой деревянный олень в санки. Ой, меня же дома ждут обедать. А после обеда ты пойдешь с нами гулять? Пойду, с друзьями хоть на край земли. О,
Ну где же Тайка? Я его не вижу. Мы его ждем, ждем. А может, мы не там ждем? Ой, Тайка же говорил про край земли. Это то место, куда ходят с друзьями. Наверное, он сейчас там тоже нас ждет. А где этот край? Далеко? Думаю, вон там, где садится солнце. Тут края нет. И Тайки тоже нет. А может, край вон там, где гора Медведица встречает небо? Далеко еще до твоего края. Уже почти дотолкал. Я побегу вперед, проверю. И я! Одно крыло здесь, другое там. Краем тут и не пахнет. Спасибо, друг. Хорошо, что мы вместе пошли на край земли. Только это опять не край, а только верхушка горы. Ух ты! Я вижу! Край вон там, внизу! Забыл! Вы же летать не умеете! Устала. Это очень похоже на край, но Тайка здесь нет. Какой же край земли правильный? Мой край! Мой край! Он самый крайний, самый! Эй, малышня! Ой, Маха! Чего вы тут не поделили? Тут все мое! Быстро отдали мне этот край! Ну-ка, где он? Вон там! Ой, Маха, поосторожней. Сколько тут этих краев? Все зубы переломаешь, пока найдешь вкусный. Даже Маха край не нашла. Где же нам его искать? Умка, кажется, я знаю. Здесь кончается берег и начинается океан. Вот он, край земли. Вот, длинный край. Обежим его весь и найдем Тайка. Нет уж, лучше я поплыву. Умка! Кора! Тебя нашли! И я вас искал! Вот мы и встретились на самом краю земли! Умка, какой ты смешной! У земли нет края, она круглая! Ой. А зачем? Зачем ты нам про край земли сказал, Тайка? Так говорят про настоящих друзей. С вами я готов пойти куда угодно! Вот так Умка узнал, что земля наша бескрайняя, но друзья на ней всегда найдутся. Дедушка Тайка, а как же нам дальше играть, если у земли края нет? А играйте как раньше, маленькие рукавички. В игре, как и в сказке, все может быть. Ура! За мной, мои олени! Это вы куда?
маленькие рукавички. Дедушка Тайка, мы вон до той сопки. Спросили вы разрешение у взрослых? Но там новая горка. Так хочется посмотреть. Какие вы любопытные. Совсем как Умка. Умка — это сказки. Сказки не сказки. Только весной это было. Светло стало, тепло. Тогда-то Умка и вошел в пасть кита. Мама, я побежал играть. Умка, дальше ледяного когтя не ходи. Хорошо. Ильма, подожди. Кто последний добежит до коры, тот селедка. Умка, поднажми. Где я там угачу, Умка? Умка! Ура, мы победили! Умка? Ой, это что? Кит? О, пахнет снегом и грязными пятками. Пойдемте посмотрим. Как красиво! Умка, не к добру этот ветер. Идем отсюда. Мы только посмотрим и назад. А вы бы пошли, маленькие рукавички? Наверное, в пещеру с зубами? Конечно! Слушайте дальше. Сколько тут всего! Какой кривой нос! Смотрите, я морская трава! А я как айсберг большой! А я! Поищу другую сосульку. Ух ты! Это как искорки северного сияния. Тогда чур я звездный медведь. Ого! В такую голову поместится еще больше ума. Да, друзья? Эй, где вы? Подождите меня! Меня подождите! Умка, пора есть. Умка, где же ты? Это яйцо съем вечером, это яйцо съем днем, а это тоже днем. Это попозже, а это съем сейчас. Почему мы раньше здесь не играли? Здесь круто и никого нет. Ой. Нашел! Моя вкусненькая, честно украденная еда! Это вы! А вы кто такие? Здравствуйте, я Умка. Это Кора, Ильма и Пычик. А вы здесь живете? Нет, я просто... Тут я задаю вопросы! Как вы нашли тайник Махи? Что? Что за тайник Махи? Я Маха, а это мой тайник, глупое перо. О нем никто не должен знать. Мы о нем ничегошеньки не знаем. Да, мы лучше пойдем. Конечно, пойдете, если я вас отпущу. Ильма, вот это рыба. Первый раз такое. Это моя мама. Ой, это ваши зверятки. А я им говорю, что ж вы так далеко от дома убежали, глупенькие. Ай-яй-яй. Приглядела за ними. Так разволновалась, что глаз дергается. А теперь мне пора. О, у меня дела. Ну, я ушла.
Потом мы увидели пасть кита. Я просто хотел посмотреть, что там, и... Умка, я же просила не заходить за ледяной коготь, помнишь? Да, мама, прости. И вы, друзья, из-за меня мы чуть не попали в беду. Но было весело! А? Потом немножечко страшно. Да. И если ты что-то говоришь, мама, я теперь всегда буду слушаться. О, норка! Умка! Вот и все, маленькие рукавички. Хотите, верьте, хотите, нет. Дедушка Тайка, а если нам родители разрешат, ты сходишь с нами к той сопке? Отчего же не сходить? А по дороге расскажу вам, как Умка с Пургой в прятки играл. Хотите? Да! Ура! Оврон, сейчас догоню! Ты вода, тата-то! Вот еще! Мне не до детских игр, Нану. Мне дедушка Тайки дело поручил. Ого! А какое? Важное. Что же ты дрова не несешь, тата-то? Дела, говорят, громче слов. Мороз-то какой! Заходите скорее, согрейтесь. А я расскажу вам про крылатого друга Умки и еще одно важное дело. О, друзья, потеряли кого-то? Так меня, я же тут, я тут! Нашел! Пычик, ты нашел важную вещь Тайке! Нет, ты меня нашел! А что за вещь? Амулет. Его мой прадед получил от самого шамана Вуквукая. Без него ярангу не поставить, оленей не перегнать. Удачу приносит. Красивый, круглый такой. А, прямо как я! Тогда помогай искать! Чур, я ищу там! Нет, лучше там! Или тут! Вот это да! Вот это я! Сразу и нашел! Принесу Тайке его удачу! Тайка! Ура! Я нашел амулет твой! Пычик! Амулет Тайке! Нашел! И потерял! Ничего, я достану. А ты мою лунку сторожи, чтобы не замерзла. Спасибо, Кора! Я, кстати, отлично сторожу лунки. Глаз с нее не спускай. Холодно и скучно. Все амулеты ищут. А я его уже нашел. Они не знают. Я им скажу! Скоро! Я скоро! Вот какой сторож. Нерадивый да шумный. Дело не сделал, а рассказать успел. Вся Арктика узнала, что... Пычик нашел амулет! Вот спасибо! Я уж замерз искать! Бррр. А где он? Там. На льду? Нет, подо льдом.
Утонул? Немножко. Кора его достает. А я ее лунку сторожу. Сторожишь прямо отсюда? Ой! Кора! Где? Ты где? Где? Кора, где ты? Лунка здесь! И где же она? Или где-то... Тут! Говорящий сугроб! Вот ты где! Кора, как ты поместилась в такую маленькую лунку? Она была больше, но замерзла. И я застряла. А Пычик оставался сторожить. Кора, мы тебя достанем. Скорее. Зря я улетел. Глупый, 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 глупый клюв. Пычик, а ты можешь клевать лед поближе к лунке? Кора, удача ко мне вернулась. Так ведь это же я! Я! Чайка удачи! Похож. Только у этой птицы клювик закрыт. Она что, удачу молча приносит? Не, я так долго не выдержу. Это какая-то неправильная птица удачи. Амулет этот до сих пор мне удачу приносит. А Умка и Зверята узнали, что раз взялся за дело, так и делай его, а не болтай попусту. Та-та-та, ты куда? Дедушка Тайки, я сейчас. Вижу, кто-то сказку правильно понял. А теперь и чаем смогу вас угостить, маленькие рукавички.